Всем доброго вечера. Начинаю влог с такого прекрасного неба. Мы идем в гости, но, скорее всего, ничего снимать там не буду, потому что посмотрим, как София себя будет вести. Пусть это будет начало влога сегодня вечером, и завтра я уже его продолжу. Просто небо очень красивое, и мне захотелось снять. Я в том году снимала, тоже помню, видео, небо было очень красивое. Если нам будет плохо себя вести, так если что, в парк сходим. Буквально тут дом недалеко находится, поэтому посмотрим. Если будет плохо себя вести, то мы с ней домой пойдем. Так что хорошего вам вечера и включусь уже попозже. Может сегодня, может завтра. Так что хорошего вам вечера. Сегодня вообще другой уже день. Я вчера не снимала. Вот, я почистила огород. Теперь красиво. Мы хотим сделать здесь качели. А здесь это я вот почистила все, что смогла сегодня. Мне еще предстоит. Ого-го. Куда ты собралась? Будем делать здесь. Ну, дети будут приходить. Вот соседская девочка. С той стороны тоже будет бабушка с внучкой приходить и играть здесь. Вот. Ну, потом чуть-чуть... Ну, я сделаю, где они будут играть, как подкапываю. Там же земля есть, чтобы они землей играли. Вот тут еще тут свекровь немного доубралась, доподметала. Еще другой вид. Это все уберется, вообще будет красота. Для Софийка. Поэтому я не снимала все эти дни влоги, потому что убиралась тут в огороде. Потому что изначально я говорила, вообще ничего не буду делать. И в итоге... Ребенок вырос, и надо для нее делать, чтобы они на дорогу не выбегали, потому что свекор кричит на них, когда дома. Сейчас он летом будет дома, поэтому пусть они приходят лучше сюда, играют, чем бегут на эту дорогу непонятную. Хотя не знаю, мальчик, конечно, не поседа. Ой. Так что видите, вот такую я кучу, какая куча огромная. Вот так предстоит мне каждый день по чуть-чуть буду убирать. Лялю катаешь? Ну, всю лялю катает. Ладно, уже, наверное, включусь завтра. Может быть, в парк сходим, может, не сходим, не знаю. Так что завтра на рынок еще пойдем. Завтра еще поснимаем. Такой будет влог за 3 дня. Поэтому я и не снимала, что приводим порядок огород. Поэтому, наверное, пару дней я точно, наверное, ничего не буду снимать. Что буду торчать здесь. Куда? Ну, так что вот такие вот делишки. Куда-то она меня зовет. Пошла с ней. Реально такой вообще, такая чистота стала отсюда вообще. Мне даже не верится, что окна все намыло, все намыло, там все. Я еще хочу в конце потом пропалю. Прополоть надо хорошенько. Это, ну, дрова соседки пусть лежат. Ну, реально стало круто. Тут, видите, как... По сравнению, что там и что здесь. Это все надо будет вынести, убрать. Вот. Ты куда собралась-то? Пойдем туда. Пойдем туда. Пойдем в ту сторону. Сейчас не пойдем, попозже пойдем в парк. Скорее всего, пойдем в парк. И уже там включим. Вот так они делают хлеб. И специальный там вот есть такое полотно. И на ней уже делают. Ну так, конечно, это их не дочка. Сложно делать. Что там такое, штука такая. И вот там вот делают. Все, мы уже в парке. София предпочитает качели для спорта. Ну, это спортом заниматься, вставать ногами. Ну что делать? Там вот тоже спортивное сооружение здесь. До этого я вам показывала видео. Там не видно. В общем, здесь пару тренажеров. Пришли мы, вот, получается, свекровь помогает хлеб делать. У них начинается пост. И вот они, не знаю, сегодня ночью, получается, до 3 ночи они могут есть. А потом уже до следующего дня, только вечером, 8:30, когда у них, ну, в мечети вот поет, я забыла, кто. И вот они начинают есть. Не будешь кушать? Ну и, короче, 8:30, когда у них начинается,
забивают, ну как пение с мечети, и они уже могут кушать. Вот. А я рада, что мы делаем потихоньку огород. Ну, вернее, я делаю. Свекровь там тоже чуть-чуть убиралась. Я, конечно, вся никакая. Убиралась без шапки. У меня так голова болит вообще нереально. О, пухнет. Так что, Венера, если ты смотришь меня, я решила убрать огород. Ну, чтобы там дети приходили. Но я потом вам расскажу, почему я это все делаю. Сейчас не буду об этом. Так что постепенно все сделаем, и дети у нас будут играть. Ну, понятно, что с родителями, с бабушками. Я-то не буду за всеми смотреть. Ну, будут приходить бабушки со своими детишками. Вот, я хотела... Мне тоже заняться спортом. София меня зовет. Вот, и сейчас свекровь делает хлеб. Мы с Софией спортом занимаемся. Потихоньку. И вот, и свекровь сейчас делает хлеб. Это вот в честь, ну, как поста. Это не делают. Не знаю, она будет забирать, не будет забирать. Просто, может, помогает делать. Вот. Выйти, да? Я даже не знаю. Вот, сейчас муж там поест. Хлеб с баклажаном. Почему-то они вовнутрь ложат, кладут баклажан. И вот так вот едят. София просто поест хлеб. Я, наверное, не знаю. Сыра, может, один пюрек маленький съем, но я бы не ела бы, конечно, потому что надо худеть. Я же сейчас огород-то свой убираю, пахаю там, как это, вспахиваю его, и чувствуется, что, ну как, килограммы уйдут потихоньку, потому что мне еще там работы много-много. Что? Вот, ладно, мы будем гулять. Вот, потом покажу, как я огород сделала. И... Да как я буду? Мне сесть? Так это ногами надо делать. София немножко не понимает, что надо делать. Посадить тебя. Ладно, в общем, буду показывать, как сделала огород. Надо еще качели сделать. В общем, по ходу пьесы я вам все покажу. И, наверное, уже завтра включусь, когда пойдем на рынок. Хочу показать цены, что сколько стоит. Я надеюсь, вам будет интересно. Вот. Буду стараться делать влоги интересные. Почему не снимала? Вот еще раз повторяю, что занимаюсь огородом, влоги есть. Этот влог я не знаю, когда выставлю. Ну, когда выставлю, уже, наверное, все вспахаю и уже буду влоги там снимать. Ладно. Всем хорошего вечера, еще увидимся. Бананы 5 лир, клубника 5. Бананы 5. Привет. Кавун, ну дыня 4 лиры. Карпусный бельмир. Карпусный кадар. 1 килограмм. 1,95. Вот тут получается 2 лиры. Огурцы, помидор 1 лира. Это, вот это горох. Видите, там такой другой горох. Лимоны, которые у нас растут в огороде, 4 лиры. Вот это я не знаю, что это. Это трава, 3 лиры. Несколько видов оливков. Сами цены видите. 18, 20 лир, 18, 18. Много. Это сыр, тоже разные цены. Но это не как у нас сыр, немножко другой. Наверное, на брынзу похож. Масло. Масло 35 лир. И яйца продают тоже. Яйца там. Похоже на полири. Красный перец 2,50. И этот острый. 2 лиры. Соседку встретила и снимаю, что... Что осталось, потому что все уже раскупили. Домой приду, покажу, что купила. Бананы по 4 лиры. Апельсины. Лира 50. Яблоки 2,50. 2 лиры. Так. Вишни 5 лир. Это типа, знаю, что это за 2,50, типа персиков. Помидоры лира 50.
и фасоль три вида. Больше ничего такого, там перцы, больше ничего такого нет. Все уже закрывается. Сейчас домой пойдем. Соседка тут сейчас купит. Так что будем закругляться. В следующий раз еще что-нибудь поснимаю, что увижу интересненького. Вот, перед домой покажу, что купила. Уже повторяюсь тысячу раз. Кабачки вон по 2 лиры. Помидор 4,50. Одежда продается. И брала картошку по лире. Картошка по лире, а лук лира 50. Может, кому-то интересно. Все, уже пришла с рынка. Перец взяла по 1 лире килограмм. И картошка по 1 лире. Огурцы. Вот тут уже свекровь передала. Тут пару огурчиков и фасоль. Полкило 5 лир. Тут один. Она положила перец красный. Его хорошо ложить. Когда курицу делаю с овощами, очень вкусно. Бананы. 5 лир. Так. Это листья салата 1 лира. И вот мужу взяла семечки 5 лир. И орешки тоже 5 лир. Вот это все вышло 10 лир. И дыни взяла, 3 дыни. 7,5 лир. Все. Я думаю, буду заканчивать. И спасибо, что были с нами эти дни. Увидимся. Пока-пока.